Нет, я хочу сладостей. О, боже, если ты знал, как ты меня бесишь. На, чё, ну, чё тебе ещё дать-то, а? Может, монеточкой откупиться от тебя, что ли? Может, возьми монетку, а? Я ненавижу тебя! Дай мне сладостей, сейчас же! Да не могу я дать тебе сладости, отстань ты от меня! Мамка твоя наказала! Ты так много жрёшь! Жируха скоро станешь! Может, ей хоть булку от хот-дог дать, а? Чтоб она рот забила и не болтала. Детка, держи, угощайся. Подозрительная тишина. Да ладно, ты булку держишь. Тебе она понравилась. Блин, что бы тебе еще дать-то? Чтоб ты вообще ушла отсюда. Ботмен нам не нужен. А это что такое? Ну-ка. Оу, пробочка. Оу, оу, фейерверк. Ты в чё ли смотри? Оу, я тебе в лоб зарядил. Оу. Слушай, ну тебе, по-моему, по барабану, да? Ты от этого кайфуешь, наверное. Лови пробку. Это не сладости. Да, не сладости. Зато весело было. Я ненавижу тебя. Да не сладости. Сейчас же. О, боже, ты мне сейчас мозг взорвешь, тролль маленький. Короче, пофиг. Мамка твоя меня убьет, но я уже не могу это терпеть. О, сладости. Как я их обожаю. Да. Ух. Вот, маленький кусок. Вкусняга! Боже, боже! Воу, воу, полегче, с тебя сейчас как будто демон вылезет. Чё у меня тут еще есть? О, ледяная палка, держи. Вкусняга! Боже, боже! Кажется, я начинаю понимать, почему мама запрещает тебе есть много сладкого. Можете пол шавушечки дать, а? А то одно сладкое да сладкое. О, еще булочки с полу. Не, это я съем. Она крутая. Вот так вот тебе приправим. Короче, держи. Я смотрю, у тебя там капает, помни, сейчас запачкаешь, аккуратней. Может, ей еще топленого дать, а? Сейчас намутим, попробуем. Так, нужна, короче, мороженка. Вот это подойдет. И нужно ее потопить чуточку. Little Ice будет, короче, у меня. Во! Смотри, как потаяло, отлично, как раз твоего размерчика для твоего рта. Счастье, полные штаны, обгрызанная шавуха и маленькая мороженка. Опа, мамка вышла. Хорошо, человек, рассчитайте нас, пожалуйста, сколько мы вам должны. Отлично, рассчитать, мэм, это я легко смогу. Чё я там мелкий давал? Так, значит, мороженку, вот эту и вот эту я давал. Пробиваем и кладем обратненько. Она же это съела, типа. Так, значит, шавуху я тоже давал погрызанную. Ага, что еще там давал? Сосиски вроде не давал, но тоже пробьем. Так, что еще было? Фейерверк был, ну фиг с ним, или пробить его. Ладно, пробью фейерверк, короче, еще был. Соус я также на шавуху посыпал, плевал. В принципе, все. Дорогая, тебе придется самой расплатиться за все эти сладости. Вау, сколько денег. А, пофигу, держи. Что? Дорогая, откуда у тебя столько денег? Вернись. Да уж, ну семейка. Ничего себе, а я и не знал, что у меня тут потайник с энерджи есть. Опа, а тут и не только энергетики. Газировка, смотри, что могу. Вау, полетели, как это круто. Сейчас весь магаз зальет. Ай, пофиг, давай синенькую сейчас запустим. Тряханем старина, как говорится. Бутыл, ты чё не летишь? Во! Ракета пошла! О, как её швынтыляет. Тихо-тихо-тихо, главное, чтобы в череп не прилетел мне. Так, ну и черненькую давай тоже шуванем. Вот так! Прям чёрт! Ракета нашла свою цель! Эй, чувак! Я здесь! Слушай, тут мне нужно, ну, в общем, почистить помещение. Короче, у тебя закончилась туалетная бумага, можешь помочь мне? Чё? Ты же летающий монитор, у тебя чё, задний прокот, что ли, есть? Потереться ему нечем. Можете ваниша дать, зальёшь себе туда. Ай, даже не знаю, чем тебе помочь, дружище. Блин, я с таким первый раз вообще сталкиваюсь. Чтобы, давай, может, тебе газетку политическую лови, может, поможет, не знаю, блин, промахнулся. Хотя как ты это будешь делать? У тебя же рук нет, я вообще не представляю. Чувак, лови. Красавчик. Я думаю, это должно сработать. Ладно, я пойду попробую. Ага, давай, если чё, помочь не зови, я тебе в этом не помощник. И снова газировочка, вернулся я к тебе. Есть у меня одна идейка. Короче, смотри, сейчас мы с тобой её... Не, поджаривать мы ее не будем, мы сейчас другой сделаем. Так.
Где моя тайна? Во! Сейчас мы ее увеличим, а теперь взболтаем и пусканем. Прикинь, сейчас какой будет фейерверк. О, нифига себе, она нормально полетела. Слушай, ты видал? О, слушай, я хочу получить максимум энергии. А для этого, ну, нужно сделать кое-что. Стряхни, пожалуйста, для меня эту баночку. Да вообще не вопрос, смотри. Шейкер, шейкер. Почимейкер. Она была открыта, не получится. Сейчас я возьму закрытую. Слушай, я, кстати, не знал, что ее можно потрясти. О, нифига себе. Отлично, то, что нужно. Пробивай это скорее, я хочу побыстрее выпить это. Да-да-да, сейчас пробью. О, ну и муторная же у меня работенка. Так, а, надо ж в кассу жмякнуть сейчас. Вот так вот. Ага, с вас 179 баксов. Да-да-да, возьми эти деньги и давай мне банку. Сорян, дружище, вышло недоразумение. 398 баксов с вас. Ага, спасибо. Красный энергетик ему давай. Ну все, ты взял мои деньги, давай уже этот энергетик сюда. Держи. Я обожаю энергетики. Это прям энергия. Пога-пога. Энергетики у тебя за... О, что с тобой творится? Да ну нафиг! О, это что за энергетик такой, а? Он же в космос улетел! У него... Фу, надо это вылить! У него из это сзади турбина и ракета и пламя, фу! Самому бы сейчас в космос не взлететь! Эй, подруга! Ну вернись домой! Я тебе денежку дам! Ну иди ко мне, ну иди к папочке, возвращайся. Вот ты моя хорошенькая. Фух, наконец-то ты дома. Я уж стал переживать. О, черт, кажется, у нас проблемы. О, посмотри, какой замечательный день. А ну-ка быстро открыл свой долбанный сейф и отдай все, что там есть. Твою ж, а ну полу... Блин, перевернуть надо. Получай фейерверком по лбу. Вот так вот, а ну пошел вон. Я не боюсь твоего пукольного банана! Нашел чем ежа голой задницей испугать! Пошел вон, я тебе говорю! Я сейчас твою пукалку отберу у тебя и все! Ты думал, я пришел сюда с одним бананом, глупец? Ах ты, бандюган недоделанный! Да я тебе сейчас тут по всей кассе разнесу все, тебе пробью все твое шматье, нафиг ты не расплатишься никогда в жизни, понял? Я тебе сейчас еще 300% недоскидку накидаю тебе, вообще офигевший борзательный монитор. И что мне теперь делать? Ботмен! Ботмен! Ну где же ты в трудную минуту? Слышь, банка, Ботмена знаешь, да? Он с преступностью борется, он тебя сейчас накажет, придет. Журнальчик будешь брать, а? Еще по скидочке пробью. Так, я не понял, где мой соус, Да твою ж, ты мне соус уронил! На твоем месте я бы так больше не делал. Да вообще пофигу, что ты там скажешь. Ладно, придется. Так, не смотри сюда вообще, понял? Даже глаз сюда не подводи. Сейчас я... Так, сейфик мой. Ох. Так, значит, кот, какой кот? Так, не пали контору! Надо прикрыться. Чё ты зыркаешь, конь в пальто? Так, лотереечка, сейчас прикроюсь вот так вот, чтоб ты не видел мой пароль. Вот. Всё, сейчас я... Вот так вот. 3, 48, 30... близко было, сейчас... 3... Во! Огонь. Драгоценное мое золото, так не хочется с тобой прощаться, мой сырок. Ух. А может... Может я ему скажу, что здесь ничего не было, а? Я все съем. Мое золото. Блин, оно появляется, появляется. Может, я тогда кружочек выложу из сыра. Сделаю большой сырный круг. О, божечки, что со мной делает стресс и ограбление? Сижу, кружочек из сыра выкладываю. Боже мой, когда уже эта долбанная полиция приедет? Я тяну время уже как могу. Вот, держи, потный ты конь. Давай, давай, выкладывай все, что там у тебя есть. Я заберу у тебя весь сыр, понял? Да вообще пофиг, я потом на базар схожу, новый сыр куплю. До встречи, чудила. Надеюсь, что мы с тобой никогда не увидимся. Козлина, я этот сыр на черный день держал. Доброго дня вам, человек. Я так понимаю, что на вас напал преступник с бананом. Мы поймали трех подозреваемых, и нам нужно, чтобы вы их опознали. Вот три документа. Посмотрите на них и посмотрите на этих трех роботов. И опознайте того, кто на вас нападал. You're certain?
Ха, вот этот прикол. Так, сейчас я их всех пробью по своей базе кассирской. Значит так, господин полицейский, они все на роже одинаковые. Но вот если по прикиду оценивать, да, то я думаю, что... наверное, вот этот вот, да, он похож. Ох, бедный Гэт, опять попался. Это невозможно, это подстава, человек, я найду тебя! Давай, давай, найдешь ты меня, ага. Так, сэр, вы документы-то не забрали, чё мне с ними делать-то?